Телефон. Подойти. Алло. Что? Кого, кого? Да. Харона? Спрашивают, какого-то Харона. Это я и есть. Тебя как зовут? А по-вашему, мы не знакомы, что ли? Только вы не думаете, что... А я и не думаю. Вчера закусочный. Вы представились фотокорреспондентом. Какой закусочный? Ну, на набережной. Ну и что я там делал? Закусывали, наверное. И что, там мы и познакомились? Да. Так, что я еще говорил? Вы говорили, что хотели бы меня сфотографировать. Так. Для обложки какого-то там вашего журнала. Ужас. Но потом пришли домой и сразу же заснули. Не дай тебе Бог иметь со мною дело. Это почему же? А потому что я фотографирую только мертвецов. Вы шутите? Нисколько. Thank you.
Документы. Удостоверение. Пропуск. Прошла чуть пониже сердца. А, вскрытие покажет. На вылет. Посмотрите вот здесь. Да, вижу. Стреляли, по-видимому, двое. Профессор, наверное, оборонялся. Но дело не в этом. Не в этом, а в чем же, по-вашему? Институт физики охраняется как военный объект, так? Ну и? Сюда даже мышь не проскочит. Ну, что же из этого? Что стрелял кто-то из своих, профессора Миллера попросту убрали. Инспектор явно торопится с выводами. В общем, нам здесь делать нечего. Разбирайтесь сами, мы пошли. Пошли? Пошли, пошли. Пошли. Угу. Пойдем. Приказ дать фотоаппарат и все такое. Что? Мое дело маленькое, на службе. Езжайте, инспектор, я задержусь.
кто там? Во-первых, работает звонок. А во-вторых, я никого не жду. Кто там? Это я. Кто? Тебе чего? Я забыла у вас сумочку. Отдайте. Вот. Ты-то мне и нужна. Садись. Кофе хочешь? А что-нибудь покрепче со льдом? Напрасно хотел с тобой потолковать. Толкуйте. Через 5 минут я уйду, а ты останешься в этой квартире и дождешься моего возвращения или телефонного звонка. Никому не открывать, ключи у меня. Вообще-то мне некогда, спешу. Ну, помоги человеку, такое случается раз в жизни. Я боюсь. Чего так тебе ничего не угрожает? В конце концов, сможешь уйти, когда тебе вздумается. Ну? А если я ворую вас? Ну, бери, что хочешь. Ну, я разрешаю за дежурство. Ну, бери. Ну, бери все. Ну, что же входит в обязанности дежурного? Ничего. Почти ничего. Просто дежурный должен хорошенько запомнить, куда я сейчас отправлюсь. И все? И все. Ну и куда же? Запомни, я еду в крематорий. Эй, зачем мне это все знать? Глупая. Если со мной что-нибудь случится, ты и только ты будешь знать, где меня разыскивать. Взяли бы для этого умную, с университетским образованием. Я же не жениться на тебе собираюсь, так что ты для меня в самый раз. Такая идет, как вот, я. Вот-вот. А если вы не вернетесь? Ну, тогда считай, что тебе повезло. Квартира оплачена до конца года. Вообще-то я невезучая. Значит, у нас есть шанс еще увидеться.
бога, извините. Ваша супруга любезно позволила мне дождаться вас. Я знаю, что в среде журналистов вас называют Харон, то есть перевозчик в царство мертвых. Так и есть. Но поскольку меня привел к вам случай исключительный, я имею в виду мою собственную смерть. Я пришел, чтобы просить вас взять на себя обязанность, так сказать, противоположную. А именно? А именно вернуть меня обратно. Из царства мертвых в мир одушевленный. В этот день в лаборатории что-то случилось. Дело не ладилось. Я рано вернулся домой. Да. Я получил твою телеграмму. Ты решил? Ты имеешь в виду? Дорогая, это разные вещи. И не стоит их смешивать. Итак, завтра увидимся, да? Я хотел тебя спросить. Скажи, а что такое ренегат? Ренегат? Ну, это отступник. Вера отступник? Да нет, не только. Ну, впрочем, так и есть. Ну, это человек, изменивший своим идеалом. А что? Нет, ничего, я просто спросила. Итак, я жду тебя завтра, да? Алло, ты слышишь? Алло? Алло, почему ты Простите, я не совсем понимаю. Это мой кабинет, и... Ваш?
Забавно. Очень забавно. Знаете, это редчайший феномен. Хотя, насколько я знаю, у моей матери никогда не было близнецов. Вероятность такого совпадения крайне практически равна нулю. Ну, раз уж вы пришли ко мне, давайте познакомимся. Это я пришел к вам? Надеюсь, вы не будете отрицать, что еще минуту назад вы переступили порог моего кабинета. Это мой кабинет. Черт с ним, с кабинетом, давайте не спорить по пустякам. Разрешите представиться. Профессор Миллер. Доктор физики. Родился 9 марта 1937 года. В 60-м окончил политехнический. Совершенно верно. Еще бы неверно. Это же я. Как это я? Ну я, это я. Доктор физики, профессор Миллер, это я. Итак, вы утверждаете, что вы тоже профессор Миллер. У меня есть для этого некоторые основания. Давайте, как политики, поговорим не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас соединяет, хорошо? Ну, я вижу, что даже при самом беглом сравнении нас объединяет слишком много. Итак, вы мой двойник. Простите, это вы мой двойник? Не понимаю. Почитайте начало Евклида. Там он пишет о принципе подобия. Я, кстати, читал. Читал Евклида. На третьем курсе. И главным образом для того, чтобы произвести впечатление на Леру. Рыженькую такую, из студенческого театра. Вы это про меня знаете. Это я знаю про себя. Послушайте, а ведь все намного серьезнее, чем вы думаете, и вы зря веселитесь. Это главное средство, чтобы не сойти с ума. Да. Нервы работают за красной чертой. Да еще после бессонной ночи. Я не привык ночевать в гостинице. А в какой вы остановились? Я нигде не останавливался, я живу на набережной. Дом номер 37, квартира 14, через парк от бывшей выставки. Верно. Я пришел поздно и обнаружил, что замок заклинило, а ломать дверь – это работа до утра. И я решил остановиться в гостинице. А, значит, это вы скреблись ко мне в дверь, когда я сидел в спальне. В какой спальне? В своей спальне, в доме номер 37. Это ясно. А? Да вы не смотрите на меня такими испуганными глазами. Я не призрак и не черт. А вы же сами говорили, что человек — это лишь система живых организованных клеток. Никакой души и прочей мистики, только физика и химия. Что человека можно делить просто-напросто на молекулярном уровне. Превращать его в ничто. А? Допустим. А вы не подумали о том, что за это самое ничто вы получаете, извините, свой хлеб с маслом? Вот в чем весь парадокс. Ну, а какое это имеет отношение к нашей ситуации? А вы сами не догадываетесь?
Вы лжете. Лжете самому себе. То есть, вы хотите сказать, теплее, теплее, соображайте. Что? Вчера вечером? Так-так. Но неужели вам не приходило в голову, что этот процесс можно остановить? Остановить и повернуть вспять, чтобы это ничто снова превратилось в нечто. Да-да-да-да. Значит, вас вчера утром еще не было? Не мог встретить вас раньше. Значит, вы это я? В то самое мгновение, когда я... Вы, однако, не отличаетесь скромностью. Почему я — это вы? А может, наоборот? Как я мог родиться вчера, если я помню себя десятки лет? Помню прекрасно свое прошлое. Я помню. Помню своих молодых родителей. Помню свою маму, в шляпке, в ботиках. Я помню развалины дома и свои качели. А? Помню свои фотографии. Помню мальчика на велосипеде среди развалин. Ну да, это же мои фотографии. Вот они. И фотографии, и балкон, где я впервые увидел Марию. Марию? Вы знаете Марию? Простите, это моя невеста, но это же... Это же чудовищно. Тогда скажите мне, как можно доказать, что вы настоящий, а я синтезированный? Как видите, критериев нет. Сравнивать не с чем. Я клянусь, я не отобрал у вас вашего имени. Синтезированный двойник вы. Так что успокойтесь, так называемый профессор Миллер, давайте здраво взвесим все события. Но я ведь отлично помню, как все было. Работа не клеилась. Я рано уехал домой. И я рано вернулся домой, но опоздал, потому что вы заперли дверь. Но я прекрасно помню все, что было до. Я все время думал. И я тоже все время думал. О чем? Как вы не понимаете? О том же, о чем и вы. О предстоящих испытаниях нашей... Слушайте, это уже серьезно. Намного серьезнее, чем вы думаете. Послушайте, ведь нас теперь двое. А вдвоем нам будет легче бороться. С кем? Против кого? А? Плевать. В кормушку? По меньшей мере, это не интеллигентно. Вот о чем я думал вчера в минуту отчаяния. Вот вы и вспомнили, дорогой мой двойник. Мы должны решить. Не знаю, как вы, а я уже решил. Ведь я всю ночь не спал, ворочался сбоку на бок и думал. Я же отчаянный малый. Ибо создан был в минуту отчаяния. Как вы изволили выразиться?
это Мария? Да. Это я вызвал ее телеграммой. Ей нельзя видеть нас вместе. Вы должны уйти. Я? Уйдите. Убирайтесь вон. Послушайте. Эта женщина единственная, что у меня есть в этом мире. Эта женщина единственная, во что я верю. Бессонница. Не спал всю ночь. Глаз не сомкнул. Сердце? Нет. Я думал. Я хотел тебе сказать... Что ты хотел сказать? Я хотел... О? Ты принял решение? Или что-нибудь случилось? Я хотел сказать, что... Я, кажется, принял решение. Я думал, мне казалось, что я не живу на самом деле, а как бы готовлюсь к жизни. Живу пока начерно, лишь бы как. И лишь потом, после чего-то там, наступит та настоящая жизнь, ради которой я, собственно, и родился на свет. Но вдруг выяснилось самое ужасное, что жизни набело не будет. Она так и останется черновиком. Другой жизни нет. Занавес закроется навсегда. Генерал, я как раз собирался вам звонить. Да, я, кажется, готов начать. Нет, нет, поздравления буду принимать только после испытаний. Кое-что есть, конечно, но пока лишь в моей собственной голове. Будем форсировать. Да. До встречи. Но ты же сама отдала мне право решать. Ты говоришь так, словно я возражаю. Теперь у тебя будет все. А главное — покой и счастье. Знаешь, если верно то, что отдельные беды порождают общее благо, тогда пусть общая беда родит хотя бы наше с тобой счастье. Ты хочешь жить по-человечески? Как это? Ну, иметь собственный замок или остров.
Когда впереди идет гордость, следом за ней идет убыток. А я тебя люблю, и ты мне веришь. Вот. Эмилия, я вас поздравляю. Мы начинаем разработку изделий, в спешном порядке форсируем опытный образец. Я принял решение. Какое? Начать испытание. Как это понимать, профессор? Я на секунду. Так скоро? Да. Да, мне нужно позвонить. Где-то выпачкал плечо. А что, если у тебя не будет острова? Если все это чушь, ты будешь нищий, как я, как большинство людей. Ну, прости. Некогда объяснять. Нам пора уходить. Куда? Этого я тоже пока не знаю. Если угодно, я испытывал тебя. Я хотел проверить. Зачем? Это очень сложно понять, Мария. Тебе не понять, не понять. Отвернись! Отвернись. Ну, не смотри туда. Мария. Мария, успокойся. Успокойся. Ты, кажется, переутомлена. Прости. Прости, но тебе надо отдохнуть. Да, да. Ты прав, как всегда. Я провожу тебя. У нас еще целая вечность впереди. Я провожу тебя. Нет, не надо. Нет. Мне нужно побыть одной. Выходите. Мы одни. Что вы склонны. Не знаю, какие пороки обнаружились бы в вашем характере, если бы я на ваших глазах. Оставим это. Обсудим лучше положение. Деваться некуда. Надо ехать на полигон. Я сейчас позвоню генералу и скажу, что передумал. Не торопитесь. А я ему снова позвоню и снова скажу, что передумал. Он примет вас за сумасшедшего. Почему меня, а не вас? Ему ведь наплевать, кто из нас настоящий Миллер. Поймите, ну пусть вы, пусть. Что из этого? А я пойду и скажу ему, что я сдаюсь. Предложу ему товар. Надоело. Слушаю. Профессор, так все-таки когда вы нам обещаете сюрприз? Наука не терпит спешки, генерал. И премьера состоит из суммы рядовых репетиций. Однако, профессор, у нас все-таки не спектакль. Мы с нетерпением будем ждать завершения вашей работы. И чем быстрее она будет закончена, тем лучше для всех. Я постараюсь. Драка отменяется. Ведь и физически мы равны. Господи. Да не
Неужели вы это? Я это вы. Да чего ж мы разные? Ничего, вроде стучит нормально. У вас есть сердце. Что? Сердце? Не беспокойтесь, я не робот и не черт. Так легче? Я принесу воды. Мне нужно... выйти на свежий воздух. Э, нет. Одного я вас не отпущу. А вдвоем нас могут увидеть. Ты не сделал, я постараюсь себе правильно понять, лишь бы ты не был таким. Каким? Таким издерганным, таким разным. Я уже устала мучиться твоими мучениями, понимаешь? Прости меня. Я должен идти. Мне пора. А? Ты слышишь меня? Да. Хорошо. Когда ты вернешься, ты мне все расскажешь, да? Да, я обязательно расскажу. Я буду ждать. Буду ждать. Да. Все. Не ждала меня. А у меня хорошие новости. Не сегодня-завтра мы отправимся в свадебное путешествие. Ты давно мечтала о поездке. Уходи, уходи, пока я тебя не позову. Что с тобой, дорогая? Уходи! Я не понимаю, подожди. Подожди, я тебе все объясню. Минуту назад я не просила у тебя объяснений. Ты хамелеон. Ты понимаешь, ты не способен решать раз и навсегда. Теперь я сама решу. Ну, уходи! Постой, постой, Мария! Откройте! Открой! Послушай, ну нельзя же так. Не выходи! Это не ты! Подходи! Мария! Мария, подожди! Подожди! Thank you.
ты вернулся. Кстати, все хочу спросить, а о чем вы думали раньше, профессор? Вы что, не понимали, кому и чему служите? Не понимал, каюсь. Да вы просто хлюпик, профессор. Не обижайтесь. Хотя в душе свою нерешительность гордо именуете гамлетовской. Это мой двойник, не верится. Надо уметь, черт возьми, продавать. И правда же все равно, чем вы торгуете, пивом, гаубицами или произведениями искусства. Так-так, браво. Раньше я думал, что есть физики-теоретики и физики-экспериментаторы. А оказывается, есть еще физики-лавочники. Ну, зря стараетесь, драки не будет. Можете не волноваться, я джентльмен, и все деньги пополам. И давайте сразу договоримся. Я покупаю билет, ну, куда вы хотите, хоть в Аргентину, и вы уезжаете. Нам будет трудно вдвоем. Интересно. Я уезжаю, а вы? Что будете делать вы? Только откровенно. Ну, абсолютно откровенно. Я иду, ну, хоть к самому президенту. А, кстати, он мне чем-то импонирует, этот наш президент. Говорят, бабник. Маленькие слабости делают нас человечнее. Ну, короче говоря, я иду к самому президенту, выкладываю на стол сверхоружие и предлагаю его купить, ну, допустим, за миллиард. Миллиард? Зачем вам такая куча денег? Я не жадный. Миллиард надо просить для солидности. На двоих нам вполне хватит и 20 миллионов. Я им товар, они мне чек, и до свидания. Поселимся с Марией где-нибудь у теплого моря. Но ведь Мария будет в Аргентине. Почему? Ну, потому что вы собираетесь меня туда спроводить. Вас, но не Марию. А, постойте, а где мы находимся? Это что, цирк? Театр. Опера? Возможно. Всегда удивлялся, что в наше время кто-то ходит в оперу. А запах здесь как в цирке. Мы можем рассмотреть и другие варианты. Помнится, в детстве я, а значит и вы, мы оба мечтали быть художниками. А почему бы вам не вернуться к живописи? Тоже творчество? Действительно, почему бы? Да и вообще, Аргентина не обязательно. Вы можете остаться здесь, станете моим братом. Документы достанем, разве плохо? Ну а без Марии, профессор, Мария моя. А вот этого я не люблю. Знаю, что модно. И считается чуть ли не... Но не люблю и ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что вы думаете точно так же, но тщательно это скрываете. Может быть, это гениально, но я нормальный зритель. И мне нужно нормальное искусство. Ну что, обсудим варианты? Не сейчас. У меня голова идет кругом. Да, вижу, вы побледнели, бедный мой братец. В наши дни жизнь ученого, да и вообще интеллигентного человека трудна, не спорю. Но я к ней более приспособлен, чем вы. Потому что во мне, к счастью, нет вашего... комплекса неполноценности. Или совести. Для нас объективная реальность превыше всего. А в сущности, что такое совесть? В каких координатах прикажете ее измерять? Вот так-то. А вот интересно, что для вас самое главное? Самое главное? Ну да. Самое-самое главное. Работа? Любовь, деньги.
благополучие? Что? Кстати, что важнее? То, что я говорю, или то, что я чувствую и знаю? А если я говорю одно, думаю другое, а ощущаю третье? Где я мудр? Где я мудр? В словах или... Ведь мысль изреченная есть ложь? Пожалуй, вы правы. Вам легче жить. Ну, не сказал бы. Хотя и вам, честно говоря, не позавидуешь. Человеку вообще не дано знать ни дату своего рождения, ни час смерти. А тем более вам, рожденному с помощью машинного разума. Кто вы? А? Бабочка-однодневка, которой суждено угаснуть через сутки. Или? В этом смысле я себя чувствую гораздо более уверенно. Ведь, согласитесь, мое появление природа готовила миллионы лет. А сколько вам отмерено на этом свете часов? Минут, секунд? Сколько выдержат ваши прихотливые молекулы, учитывая воздействие воздуха, вредных испарений и так далее? Одному Богу известно. Да. А вы не такой простак, каким хотите казаться. Послушайте, нам следует тщательно взвесить. Профессор. Профессор, где вы? Не будьте ребенком. Профессор! Куда вы спрятались? Привет. Выпить есть что-нибудь? Нет. Жаль, не помешало бы. Душно, черт.
Хорошо, сейчас где-нибудь у лесного ручья. Помните, мы с вами в детстве мечтали попасть на необитаемый остров? А, на нашем озере? Вместе с рыжей химичкой Лерой? Нет, еще раньше. У нас тогда была... Как ее? Забыл. Рыженькая такая, жила в соседнем доме. Нам с вами везло на рыжих, коллега. Славная пора была. Юридически вас не существует. Плевать. Все равно жизни не хватит. На что? На работу, на книги мечты. За что не возьмись ни на что. Не хватит. Миллера. Как странно. А впрочем, странно ли? Помните у Достоевского? Разве все эти последние месяцы вы не были заняты борьбой с самим собой? Ничего не изменилось? Если не считать того, что ваше второе темное я отделилось от вас и зажило самостоятельной жизнью! Да! Да, профессор! Я! Это вы! А вы — это я! Ты! Оборотень! Заткнись! Пора, мы опаздываем.
Я позвоню вам с того света. Тут какая-то ошибка. Профессор Миллер был 3 дня тому назад застрелен у себя в кабинете. Будьте любезны. Вам предъявляются 3 обвинения. Убийство профессора Миллера, присвоение его имени и сокрытие собственного.
Президент ждет вас, пожалуйста. Прошу вас. Если хотите согреться, все на столе. Не меняю привычки, господин президент. Напрасно. Маленькие слабости делают нас человечней. Слушаю вас. Как я уже докладывал телефонным звонком, господин президент, дело чрезвычайной государственной важности. Речь идет об установке, которая будет создана в Институте физики и предназначена для дублирования живых существ. Берут живое существо, ну, например, человека, подробности я пока опускаю, и дублируют его. Получаются точно такие же живые существа в неограниченном количестве. Дубликаты. Эмилия, вы когда-нибудь давали интервью? Нет, никогда. Сделайте для нас с президентом исключение. Что вас интересует? Можно ли объяснить простому смертному принцип работы той штуки? Можно, хотя это довольно сложная проблема. И вы, я, и все мы состоим из клеток, клетки из молекул и так далее. С точки зрения химиков, например, человек — это всего лишь несколько граммов кальция, немного меди, немного калия, магния, еще десяток других элементов. Остальное — вода. Если говорить популярно, популярно до вульгаризации, профессор Миллер научился разлагать на молекулярном уровне живой организм, на чем, собственно, и основана известная вам установка на полигоне. Ну, с этим ясно. Затем, в процессе дальнейших исследований, совершенно неожиданно обнаружилась возможность обратного действия, воссоздания, конечно, при определенных условиях, молекулярной копии, двойника организма. Простите, насколько я понимаю, это ваша машина, ну или как ее там назвать, способна не только разбивать организм вдребезги, но и делать копии с каждого осколка и вновь склеивать теперь уже точных двойников. Так. Хорошо, что вас не слышит профессор Миллер. При слове «вдребезги» его бы передернуло. Впрочем, в принципе, вы правы. Генерал, давайте говорить серьезно. Я не хочу, чтобы вы забывали о таких понятиях, как общественное мнение и суд потомков. Для меня это, поверьте, не пустой звук. Должен уточнить. Солдаты-двойники, армия неограниченной численности – это в перспективе. Пока дублирование слишком дорого. Так кого же вы думаете дублировать, генерал? Уж не себя ли? Нет. Нет, талантливых ученых. Но их у нас и так слишком много. Я согласен, ученых много, но речь идет о талантливых. По-настоящему талантливых людях. Но это же невыносимый народ. И их можно терпеть только потому, что они полезны, но... Разрешите возразить. В наши дни побеждает тот, на чьей стороне больше талантливых мозгов. Это аксиома, которую в свое время не поняли немцы и лишили себя атомной бомбы. А сколько будет стоить ученый? Рядовой ученый 1150, выдающийся. Ну, тут нет точной цены. Иногда его мозг может стоить сотни миллионов. Мозг гения – миллиарды. Но очень талантливых людей, как я сказал, мало. Для начала мы сделаем не так уж много дублей. Их статус можно урегулировать без оповещения общественности. Знаете, тут есть свои трудности. А эти ученые, они согласятся? Господин президент, иногда меня интересует, а видит ли рыба крючок перед тем, как попадется. Лично я думаю, что видит. Значит, все дело в приманке?
Конечно, конечно. И главная слабость в том, что они безумно хотят видеть конечный результат. Помните исследователей, которые специально заражали себя вирусами для того, чтобы изучить их? Кстати, а кто будет первым? Дело в том, что профессор Миллер однажды уже испытал действие установки на себе. Испытал? Уже? Добровольно? К счастью, последствия удалось полностью ликвидировать. Миллер? Именно. Тот самый? Тот самый. А он, случайно, не из цыган? Не исключено. Вот видите? Ну, а теперь, слава богу, все в порядке. Ну, если не считать, что Миллер тянет кота за хвост. Он умышленно, подчеркиваю, умышленно медлит с окончательными выводами. Мотивы? Все те же. Суд потомков и тому подобное. Но ведь он же крупный ученый, с мировым именем. Лауреат многих международных премий. А вот это надо еще проверить, кто и за что дает ему эти премии. Вы пытались его убедить? Еще как. Сегодня четверг. Через неделю представьте подробный доклад о всех аспектах проблемы. Опыты с дублированием продолжайте. Финансовый вопрос мы уладим. Благодарю. Сегодня буду молиться всю ночь. Христос воскресли и вознеслись на небо. Прошу. Прежде всего, позвольте от имени президента и от себя лично выразить искреннее сожаление по поводу нелепого инцидента в аэропорту. Но что поделаешь, Господь кого любит, того и наказывает. Однако вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Как бы ни были глупы наши стражи порядка, требуется срочно урегулировать ваш юридический статус. В конце концов, у них на руках документ о кремации тела и урна с прахом. О, в честь кого такое торжество? В вашу честь, профессор. Больше мы никого не ждем. Но меня нет. И не будет. Он был слишком мудр и потому безутешен, сказал Альберт Эйнштейн. Про Нильса Бора, который отказался принимать участие в разработке атомной бомбы. Знаю, знаю, но сейчас иные времена. От нас ждут решительных действий. Чего же вы ждете от меня? Мы ждем от вас чуда. Чудо? Или чудовище? Не надо громких слов, Миллер. Я отдаю должное вашему мужеству. Вы попытались найти выход из положения поистине безвыходного. Но то, что вы называете чудовищем, на самом деле спасение страны, гарантия ее безопасности.
Здравствуйте, профессор. Хочу предупредить, что ваша ассистентка находится здесь не по чьей-либо указке или приказу, а потому что сочла нужным так поступить в создавшейся ситуации. По велению сердца и долга. Да, если хотите. Я думаю, вам есть о чем поговорить. Блажен тот, кто думает, что он думает за других. Побойтесь Бога, генерал. О, если я буду бояться Бога, он подумает, что меня уже нет в живых. И все-таки вы торопитесь. Как говорил все тот же Ларош-Фуко, если дурачить людей, надо дурачить их долго, как это делали в Риме. Ну-ну, не будем ссориться. Мы нужны друг другу больше, чем это может показаться на первый взгляд. Черт. Никак не научусь правильно пользоваться столовыми приборами. Все-таки плебейское происхождение ничем не вышибешь. Какой Миллер остался в живых? Настоящий или двойник? Так что готовьте миллиард. Зачем вам столько? Для солидности. И чтоб хватило внукам. Я могу идти? Мы в открытом море. Советую вам отпустить меня на все четыре стороны, иначе... Я устрою страшный переполох, обещаю вам. Не смею больше вас задерживать. Я доложу президенту о нашей беседе. Вот-вот начинается избирательная кампания. И вопросы обороны, в частности, ваши научные изыскания, приобретают ключевое значение для государства. Кто там? Здесь живут родители профессора Миллера. Да, здесь. Но мы одинокие больные старики, никому не открываем. А где ваш сын? А вы разве не знаете, его больше нет? Он погиб. В лаборатории во время опыта. Отравился газом, так говорят. Извините, прощайте, мне надо кормить больную жену.
Здравствуйте. Не узнаете? Нет. Мне тогда так и не удалось улететь. Меня арестовали у самого трапа. Вы про что? Я не понимаю. Ну, тогда в аэропорту. Я Миллер. Не морочите мне голову. Миллер убит. В своем кабинете. И сожжен в крематории. Что вам нужно? Ничего. Кто это приходил? Нет, никто. Ошиблись адресом. Потомки не простят нам
варварского истребления морской среды. Наша единственная во Вселенной обитаемая планета существует для созидания, а не для разрушения. А если кто-нибудь попытается убедить нас в обратном, мы вправе подсказать им не только слово, но и дело. Свобода – это не пустой слух. Ее надо пестовать и охранять, что требует постоянных усилий в самых различных аспектах. Наш сыновний долг – держать полностью, не терять бдительность, укреплять оборону готовности. Вас, к телефону срочно. Кто? Президент. Кто, не понял? Вас вызывает президент. По телефону? Да. Да-да-да. Я не перестаю думать о вашем богопротивном дублировании людей. Молю Бога, чтобы он простил мне мой грех. Простите, я вас не совсем понимаю, господин президент. Алло, алло, плохо слышно. Алло. И я решил с Божьей помощью прекратить ваши пагубные опыты по дублированию людей раз и навсегда. Но простите, вы же мне твердо обещали. Алло, алло, алло. Молодежь, собравшуюся сегодня здесь, не усыпить пустопорожними призывами охранять морскую среду или запретить охоту на уток. Генерала Дорана президент вызывает по Междугородной. Что? Президент просит Дорана. Куда? К радиотелефону. Например, нашим престарелым блюстителям... Слушаю вас. Генерал, могу вас поздравить. Вчера вечером я подписал документ о выделении средств на дублирование. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Настоятельно прошу форсировать опыты с людьми. Учтите, результат нужно получить до выборов. Слушаюсь. Ну, и так я на вас надеюсь. Простите, господин президент. Вы где сейчас находитесь? Я не в городе. Телефоны вам известны. Вы случайно не смотрите телевизор? Что? Нет-нет. Ну, желаю успеха. За толстыми стенами лабораторий. С целью поддержания своей пошатнувшейся репутации, они даже пустили в ход блеф об изобретении некой невиданной доселе
оборонной системе. Наша традиция университетского образования складывалась, можно сказать, веками. И бесспорно является единственно разумной, сбалансированной и целесообразной. Немедленная реформа высшего образования спасет нацию. Пора встряхнуть застоявшееся веками университетское болото. Признаюсь, у меня вызывает серьезное беспокойство затянувшаяся инфантильность нашей молодежи. Ее социальное легкомыслие, неспособность к анализу нынешнего исторического момента. И я с гордой уверенностью могу назвать нынешнюю молодежь, наше юное поколение, надеждой страны, образцом для подражания. Вы мои учителя. Представителям художественной интеллигенции, деятелям творческого труда хочется пожелать, наконец, вырваться из прокрустого ложа лимитированного искусства на простор свободного творческого самовыражения и обратиться к подлинным проблемам, волнующим современное общество. Хочется пожелать нашим гуманитариям, посвятившим себя литературе и искусству, уйти, наконец, от мелкотемия, перестать копаться в мусорных ямах на задворках современности. Их задача – отражать нетеневые стороны действительности, а крупными мазками изображать обобщенные характеры в обобщенных обстоятельствах. Генерал Адорно просит по городскому телефону. Кто просит? Кто? Это он сам. Президент? Нет, профессор Миллер. Миллер. Профессор, хорошо, что вы позвонили. Спасибо. Профессор, хорошо, что вы позвонили. Спасибо. Профессор, хорошо, что вы позвонили. Спасибо. Я ищу вас с самого утра. У меня к вам всего один вопрос. Насчет президента? Ставлю вас в известность, генерал. Мною синтезировано 4 новых. Сейчас в стране вместе с оригиналом 5 президентов. Вы откуда звоните? Из преисподней, откуда же еще? Что-что? Откуда? Я же сказал, с того света. Ну зачем вы так шутите? Вы понимаете? А вы, генерал? Вы многим рискуете. И вы тоже. Если сообразите, что вас тоже можно дублировать. Миллер, вы меня слышите? Да-да. Чего вы от меня хотите? Как известно, он отказался предоставить государству результаты своей работы. Так сказать, самоустранился, опасаясь их использования в военных целях. Какой Миллер? Не понял. Какой из двух Миллеров, генерал? Я думаю, что этого не знает никто. Даже сам Миллер. Ведь оба считали себя настоящим. А почему вы не подняли тревогу, когда появился второй Миллер? Ведь тогда мы были бы гарантированы от чрезвычайных событий, которые привели нас сюда. Ну, история с Миллером – чистая случайность. А
может, их так и осталось двое? Нет. Один из Миллеров устранен. Я сам видел его труп. Это не доказательство. Если можно синтезировать живых людей, то почему бы тогда не синтезировать и мертвых? Зачем? Меня интересует другое. Зачем им потребовалось создавать четырех президентов, дополнительных к существующему? Я думаю, он сошел с ума. Других объяснений пока не вижу. Мне стало известно, что на каждого из вас профессором Миллером заготовлена матрица для дублирования. И я не уверен, что в эту минуту он не приступает к осуществлению своей программы. Своей программы или вашей, генерал? Я понимаю, господа, вы можете подозревать меня в причастности. Это ваше право. И я не могу сейчас вас переубедить. Вы вольны арестовать меня, связать мне руки и даже убрать меня вообще. Но я прошу вас иметь в виду, что и сам не уверен, я ли перед вами или мой дубликат. Генерал, сейчас не время для шуток. А я не шучу. Господа, я предлагаю приступить к выработке наших решений. А я со своей стороны обещаю Высокому Совету, что для принятия экстренных мер мы употребим всю мощь государственного аппарата. Миллер будет найден. Живым или мертвым? Я полагаю, ситуация вполне созрела для решительных выводов. Либерализм, игра в демократию, привели к распылению власти. Сегодня 5 президентов, а завтра? Хаос, инфляция, неразбериха, дезорганизация производства и управления. Согласен, государство на грани краха. Стихийному развитию событий необходимо противопоставить единую и твердую силу. И кандидатура генерала Дорана, мне кажется, подходящей. Что ж, если возражений нет, я хочу поблагодарить присутствующих за доверие.
Что он собирается делать? Мстить. Если он прорвется к установке, это конец. Он уничтожит нас всех. Скорее, не то!
Thank you.